Всем привет, меня зовут Маша, и сегодня на моем канале будет очередной влог. Я сейчас буду завтракать, и у меня вот такая вот каша. Ну, это обычная вот такая заварная, персик со сливками. Так она выглядит. И также порезала туда настоящего персика. Также зеленый чай. И вот такие вот хлебцы от Dr. Körner, черничный злаковый коктейль. Очень их люблю, еще такие ни разу не пробовала. У меня их там, как видите, еще бородинские стоят и 7 злаков. Очень люблю эти хлебцы. Вот, и приятного аппетита всем, кто кушает. Девочки, хотела вам показать. Недавно я купила в обычном магазине, ну, в супермаркете, вот такой вот кофе, который я заказывала на iHerb, только я заказывала в жестяной баночке. Там, по-моему, было 300 грамм. Здесь, сейчас скажу, 250. И он вот в таком вот пакете вакуумном, оно было плотно спрессовано так. И, в общем-то, я попробовала, мне было интересно сравнить по качеству, по вкусу, по аромату, насколько есть отличия. И могу сказать, что я вообще не заметила никакой разницы, то есть такой же отличный вкус и аромат, также хорошо растворяется, поэтому думаю, что с iHerb я больше такой заказывать не буду, потому что все-таки там получается, ну, доставка из-за веса, да, а я могу что-нибудь другое заказать, то, чего не могу купить у себя, да, здесь. А по цене, в принципе, получается так же, то есть около 300 рублей стоит вот такая вот упаковочка. Вот, ну, я пересыпала сейчас, ну, единственное, что, да, неудобно, я пересыпала в другую баночку и вот такой вот прищепочкой защепила, да, чтобы не выветривалось. Вот так. Девочки, а сейчас мы с моей сестричкой гуляем. Это наши тени. И мы направляемся в суши-бар. Посидеть, покушать роллы. А с моей сестричкой, которая сейчас снимает, мы сидим в кафешке, заказали роллы. Я очень люблю японскую кухню. Надеюсь, что меня будет хорошо слышно. Вот, и ждем наш заказ. Вот, у нас пока с собой. Будем ручки сейчас протирать. Мы уже идем домой, и я, кстати, на почте получила посылочку, даже не знаю, если честно, что там, потому что я в последнее время достаточно много всего заказывала, вот, и, в общем-то, сейчас приду и открою. Посылки, как я, в общем-то, и предполагала, оказалось платьем, вот так вот оно выглядит, но я не буду его раскрывать, оно мне в итоге оказалось довольно большим, где-то на 2, ну, может быть, на 1 размер, я не знаю, насколько там разница. Не знаю, почему так вышло, потому что я заказывала только по сантиметрам, по своим, но в итоге, да, оно мне очень большое. Сейчас буду писать продавцу о том, что мне велико. Честно говоря, у меня впервые такая ситуация, потому что обычно я заказывала, мне все было нормально, а вот это вот большое, ну, наверное, я думаю, мне поменяют на другой размер. Ну и потом уже, когда придет все в нормально, уже покажу вам в нормальном виде и на себе, может быть. А так, в общем-то, мне понравилось по качеству и вообще само, как оно выглядит. Но то, что вот велико, это да, к сожалению. Мне пришел штатив для софтбокса. Недавно я себе заказала, ну, сам, в общем-то, софтбокс и штатив для него. Вот это как раз штатив. Хочу показать, насколько он хорошо упакован. Здесь вот эта пупырчатая пленка, он в коробочке. И, в общем-то, очень даже качественно, быстро дошел, наверное, недели за две. То есть я все очень, если честно, удивлена.
Вот, теперь буду ждать сам софтбокс. И надеюсь, что теперь освещение в моих видео будет намного лучше. Ну, когда все придет, я все соберу, обязательно, конечно, вам покажу и оставлю все ссылки. Сейчас мы идем к машине. Поедем в Ашан, как обычно, по выходным. Вот. Идем, идем. Впервые снимаю на улице. Ну, не впервые. На самом деле, как-то страшно. Даже постараюсь снять себя. Да вот, все. Вот. Вот мы идем. Наша машинка помытая сегодня. Только что приехали из Ашана и решила показать вам наши покупки еды. Не знаю, насколько вам это интересно, мне у других девочек во влогах нравится такое смотреть, поэтому тоже решила вам показать. В общем-то, да, приступим. Итак, мы очень любим молочные продукты, поэтому, собственно, достаточно много их покупаем. Во-первых, вот такой вот чудо-йогурт. Я, честно говоря, люблю йогурты без всяких добавок. Это вот муж любит подобные. Так, чудо-йогурт, это у нас клубника. Также активи кефирные две штуки. И биобаланс тоже натуральный, без добавок. Это я покупаю себе, беру с собой на работу. Также йогурты Вкуснотеево с персиком и с ванилью. Вот я с ванилью, кстати, очень люблю. Это, наверное, единственный йогурт с добавками, который я ем. Также хлебцы доктор Кёрнер клюквенные. Так, творог. Это домашний 9%. Вот такой вот. Также творог вот такой вот мягкий, вот в таких колбасках. Я обычно либо ем его с фруктами, либо делаю из него запеканку. Вот, сразу две штуки взяли. Так, здесь сушеные киви и также там чернослив. Тоже очень люблю. Вместо сладкого в последнее время очень часто ем. Также здесь редиска, ну, это для салатика. Здесь сухари. Муж очень любит сухари и часто берет с собой, ну, на тренировки, на страйкбол. Так, здесь нектарины, там персики, бананчики. Так, редиску уже показала. Так, там у меня огурчики лежат, но это все для салатика, помидоры, конечно же. Губки, это из непродуктов, губки для мытья посуды. Также яблочки здесь, целый пакетик, очень люблю яблоки. Здесь вот это вот средство для чистки плит, я его в прошлый раз покупала, мне очень понравилось, действительно удаляет весь жир, нагар вот этот вот с плиты и даже с сковородок, которые у меня там, я уже выбрасывать их собралась, даже вот это вот отмыло, какие-то трудновыводимые вот эти вот жировые отложения на сковородках и так далее, то есть классные вещи, и вот еще раз купила, и решила попробовать вот такой Санита антижир гель. Я слышала, просто женщина в Ашане говорила, что ей очень понравилось, я тоже решила купить. Так, что здесь еще? Ватные диски, как всегда, купила, они у меня вообще очень быстро заканчиваются. Также купила вот такое молочко для лица, особая серия. Я раньше, когда еще не смывала макияж миндальным маслом, всегда покупала вот это молочко для снятия макияжа, и оно мне очень нравилось. И вот мы скоро собираемся в поездку, и поэтому, я думаю, масло не очень удобно будет брать, поэтому я вот это молочко купила, его с собой возьму. Также жидкое мыло янтарная дыня от Флорисант, по-моему, да. Гарнье купила, чистая кожа, фруктовый заряд, скраб. Он, кстати говоря, в Ашане стоит дешевле, чем в подружках, там в бьюти-маркете, то есть, ну, там он стоит меньше 200 рублей. Так, вот такие влажные салфетки Angry Birds. Не знаю, они мне так понравились, они детские вообще-то, ну, такие милые, не знаю, правда, как пахнут. Купила себе лак для ногтей, вот такой вот. Я хотела такой бледненький попробовать. Мыло Palmolive, нежность и комфорт с вишней. Крем-гель для век от бабушки Агафьи. У меня очень сильно сухие веки в последнее время. Вот решила такой, ну, дешевенький купить, потому что я особо не предъявляю каких-то требований к подобным средством, то есть мне просто главное, чтобы увлажнение было. И также куриные ножки, сейчас их запеку. Вот, очень любим запекать их со всякими специями, с сыром.
очень вкусненько получается. Вот, ну, в общем-то, это все такие продукты. Вот. Девочки, запекла я курочку. Делала в пакете для запекания со специями различными. Очень она получается вкусная, сочная. Собственно, соку прям очень любим. Я иногда ножки делаю, иногда так, как рачка или бедрышки. Вот, в общем, классно получается. И быстро, и просто. И также салатика будем кушать из помидоров и огурцов.